Какой-то мудак наступил метро на ногу, за ипотеку нужно выплачивать долго, и во многое неизвестно, будет ли 13-я зарплата, не могу найти страховой полис, делся куда-то, собираясь на работу, долго искал ключи, в лифте разбили зеркало, какие-то сволочи, в Сбербанке стоял целую очередь в окно, все проклял и понял, Сбербанк говно, отдаваться долгам, но и не отдает, на улице все замерзло и стоит гололед, нет никакого праздника и хорошего настроения, полоса неудач и тотального невезения, а мне говорят, ну ты не парься, в общем, Вася, успокойся, думай о хорошем. Все говно, все плохо, жизни нет смысла, все говно, все плохо. Забыть на время про алкаша соседа, про то, что родного брата зимой не допросишься снега, про произвол чиновников, да тоже не вспоминать, они воровали, воруют и будут воровать. Забыть про возможность террористической угрозы, забыть о тех, о ком я проливал свои слезы, об упущенных возможностях и несбывшихся мечтах, о плохом самочувствии и неприятных снах. И мне говорят, ну ты не парься, в общем, Вася, успокойся, думай о хорошем.